Всем привет! Хочется показать, какая красота у меня сейчас цветет. Пассажиры скоро будут отцветать, показать свои новинки. Тоже, естественно, бабочек. Очень хотела себе бабочку Нептун, но почему-то думала, что она мне не попадется. Один очень добрый человек мне ее таки прислал. Вот. Но не дождавшись ее, буквально за неделю, мне попалась вот такая красавица Аркадия. Тоже очень красивый выкрашенный такой сорт. Раньше я полосатые орхидеи вообще не любила, но, конечно, есть свой шарм в бабочках. Они прекрасны в любом виде, особенно если они крупноцветковые. Она потрясающая. Она при посылке пришла ко мне с двумя огромными цветоносами. Но, к сожалению, жара сделала свое дело. Осталось только три цветочка. Поэтому не срезаю, любуюсь тем, что осталось. Вот. А спустя буквально, может, неделю-полторы мне попалась вот такая вот красавица. Невероятное растение просто. Тоже два цветоноса. Все с мутацией. Потрясающей красоты. У нее были бутоны. Один цветонос был полностью распущен. Сейчас покажу. Тут хуже видно против света. И они тут очень яркие, красивые, распустились. А второй цветонос пришел с бутонами, и они открывались, когда уже была очень сильная жара. И видно разницу сразу. Цвета не такие яркие. Но все равно она красотка. Рука не поднимается срезать эти цветоносы. Любуюсь. Любуюсь, пока осталось их мало цветущих. Пусть цветет. Сил хватает, поэтому срезать не буду. Невероятная красота. Вот. Тут поставила для красоты свои Dream Diamond, которые показывала недавно. Очень красивое растение. Купила очень дешево с рук у девочки. За какие-то смешные деньги она у меня года полтора не цвела. И я очень сильно сомневалась, что это вообще будет бабочка. Так как они стоят сейчас каких-то невероятных денег. Особенно взрослые голландцы. Но меня не обманули. Я также с рук купила бабочку легата. Тоже за копейки, которая точно так же расцвела бабочкой. Вапулетка еще цветет тоже. Dream Diamond. Красотка. Очень красивое растение. Пить любит. И бабочка, и бабулетка. Тут для красоты поставила своего любимого дикого кота. Почти 100 орхидей, но дикий кот вне конкуренции. Это что-то невероятное. У меня в заказах две бабочки кота. Правда, в размерах, конечно, таких, что до пенсии придется ждать цветения, но тем не менее, я надеюсь, я их когда-то дождусь, выращу до таких же красавчиков. Невероятная орхидея. Крайние бутоны дорощены были в жару, естественно, разница довольно приличная. Он великолепен. Просто великолепен. Также хотела еще показать, как непрезентабельно зацвела моя бабочка румба, которая никогда меня не подводила. Жара в этом году, конечно, наделала дел. Я потеряла красивые экземпляры. Шикарную белую бабочку в крупные бордовые пятна. Ну, я рада, что румба у меня есть. Я надеюсь, она исправится. Потому что растения это обожают. Такие были красивые пятна на ней тоже, но я ей сломала цветонос, который она выпустила вместе со всеми осенью. Уже сломала, когда открывался первый бутон. Очень была расстроена, но она буквально через несколько недель дала новый цветонос. И, к сожалению, распустился он в жару, и вот все они такие, полубабочки. Надеюсь, что это чисто жара. И больше она так делать не будет. Покажу еще альбуферу свою. Тоже потрясающая красавица.
Это был подарок то ли на 8 марта, то ли на 11 Валентина. Но покупала в первых числах марта. Шла она в посылке. Не отсушила ни одного бутона. Все распустила. Невероятные цветы, огромные. У меня был пилорик этого сорта. Но в этом году он тоже решил зацвести стандартом, поэтому поедет к маме. А я себе быстренько прикупила бабочку. Хотя, как по мне, пилорик гораздо красивее. У него такие фиолетовые петалии, и он прям восхитительный. Ну, бабочку тоже будем любить. В домашнем цветении я видела, они невероятные. Вот. Вот такие красавицы меня сейчас радуют. Всем спасибо за внимание.